последнее время, конечно, токсиков повылазило в комментариях везде. Долго терпели они там, когда best year был, 2 месяца подряд по плюс 100, что-то не слышно было, ребят. Сейчас повылазили, учуяли запах говна, свой любимый. В любой финансовой ситуации должен быть план. Поставь цель, условно, плюс 5 или минус 5, и все. А так игра ради игры, это же твоя работа, ставь цель. Именно потому, что это моя работа, у меня не должно быть цели. Только путь. Игра ради игры, это называется игра на дистанции. По сути, у тебя просто есть почасовка, и ты эту почасовку во время игры зарабатываешь, так или иначе. А какой промежуточный результат? Плюс 5, минус 5, плюс 10 или минус 10. Это тебя и не должно вообще. Но мы тут должны 2 пары выбивать, если он входит по 2 парам за счет плохой блеф превращения. Наверное, так и будет сейчас, да? Да, конечно. Да, это плохое превращение получилось. Да ладно! 4-бет-пот, он типа чекбэк-флоп сыграл и запушил терн на мой бет. Ну тоже, наверное, я тут ошибся. Согласимся. Чек-кодил флоп, чувак. Не гений игры, все просто, это жесть. Еще одно не в попад действие решил сделать. Король дама кол, ну ебнешься просто тоже. Дайте переехать-то разочек хоть. Блять, ну как они это делают? Еще с блокерами на блеф и с дамой крестей. Это пиздец. Видимо, не очень хотим, да? Заманили и поимели, получается, да? Ага. Судя по флопу, у него заслуплейные тузы. Я просто знаю эту кухню. Так обычно работает. Нет, что ли? Тут надо блефовать как будто. Нет! Туз дамы. Ну, ебать, кол, конечно, пи***тый просто. Где такие колы против моих валюбетов, я не понимаю. Самоликвидировались. Это они все угадывают, я не понимаю, как они это делают. Они же реально все угадывают. Все раздачи против меня сыграны идеально. Я только сижу, дрочу, блядь, когда у меня нации, им все оплачено. Что-то я, походу, перегазовываю слегка, да? Немножко. Ну, видимо, сейчас еще здесь осталось ведьматься, и отлично. И дефолтная замазка организована. А, сет просто, да? Ну, что-то меня ебали довольно быстро. Да, не знаю, я не разобрался. Просто опять период ебали пошел. И, естественно, в этот период мне надо заставлять такие тонкие пасы делать. Знаешь, я не справлюсь. Давайте, у нас сегодня вроде особо развязанных колов-то не было. Сейчас захотелось заколить что-то. Ну, две баночки поставил, на ривере думается. Ну ладно, раз уж я решил, что хочет, то заходим. Помните, я рассказывал, что с нациями люди не ждут конца таймбанка обычно? Не, ну в этот покер точно ничего не выигрывается, вот в такой. Ты какой-то фейковый эквит, ты видишь каждый раз дачу. Ну и туз король осталось показать, да? Ну, в такой, может, что-то выигрывается, но странно, что он не выдавил меня до конца. Да после 3-бета-то хотя бы конбет дайте мне. Нормально. Что происходит? Такое почаще надо просто практиковать, я так понимаю. В этих позах у него кол, кстати, скорее на 4 бет, чем пуш. Да твою мать. На! Домой, ёпта.
Обратный переезд я тоже умею, оказывается, делать. Ребят, ну мы его, видите, подкормили, чтобы этот кулер вкуснее ощущал. Тут же чекрейс не лезет, давай, или почему я чекаю тогда? Это надо тогда ставить самому. Или лезет из чекрейс? Наверное, нет. Ну я, блядь, уже, видите, слабый. Мне слишком много пихают, я начинаю видеть повсюду угрозу. Я здесь забыл согласиться два раза крутить. Есть шанс выставлять. Это туз. Нет, это не туз. Смотрите, это похоже на отмазку, кстати. А на сегодня все. Я пойду что-нибудь полезное поделаю. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.